Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Ильчин Гулиев, заместитель генерального прокурора, военный прокурор и генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев побывали в воинских частях и подразделениях специальной пограничной дивизии «Казах» погранвойск Государственной пограничной службы, осуществляющей защиту и оборону государственной границы с Арменией. В рамках визита была проведена служебно-боевая готовность структурных подразделений специальной пограндивизии. Проведены встречи с личным составом на пограничных боевых пунктах.